Ребята, всем привет! Канал «Что в старой шкатулке» приветствует вас. Мира, добра, хорошего настроения, крепкого здоровья. Выбрасывал мусор и обнаружил вот таких вот замечательных советских кукол. Это коллекционные куклы еще с советских времен. Видите, здесь у нас вот мусорка. А вот они себе кто-то их положил. Видите, здесь такие вот старые сараи. Голуби гуляют. Вот такие вот голуби гуляют. Почти ручные, не боятся людей. И вот такие вот куколки. Я, правда, уже вышел из дома. Не знаю, что делать. Возвращаться домой. Нужно их забирать, друзья. Потому что коллекционеры ищут. А здесь они, оказывается, вот так вот лежат. Люди выбросили. Хотя я здесь пару дней назад клеил объявление. Могли бы и позвонить. На подъезде не выбрасывать. Я бы выкупил. Смотрите. Вот первая такая вот куколка. Первая куколка. Вот вторая куколка такая вот, друзья. Красивое пластмассовое туловище. Резиновое личико у нее. Такая вот блондиночка красивая. Ну, это советские куклы. Это 100% советские куклы. Кто-то вот даже косичку, видите, завязывал так. Любил. Ну, детки выросли. Все это лежало в доме. Решили выбросить. Потому что мешает квартире. Делают ремонты. Евроремонты. А это портит интерьер. Я так думаю, наверное, да, друзья? Ну и вот такая вот еще куколка, видите, тоже пластмассовая. Рыженькая девочка такая вот. Даже, друзья мои, не знаю, что делать. Забирать, не забирать. Относить домой, не относить домой. Я уже вышел. Пакет мой. И пакета у меня нету, чтобы сложить. Блин, не знаю. Сейчас буду думать. Или забирать с собой. Почистить, помыть ее. Смотрите, видите, какая она немножко грязная. Такая вот она грязная. Где-то лежала в подвале пыльном. Ее вынесли и положили вот. Думают, может, кто-то придет и заберет. Все, друзья, всем хорошего, доброго, мирного настроения, мира и добра. Вот такое вот у нас сегодня видео. Такие вот сокровища можно обнаружить, проходя мимо своего дома. Такие вот антикварные куколки советские. Все, всем отличного, доброго настроения. Пока, удачи. До новых встреч. Пока.